Могу одеть очки, они даже замаскируются. Чуть-чуть он. Да нет, нормально. Эмоции зашкаливают, всегда выигрывает хорошо. Я считаю, что матч удался для зрителей в первую очередь. Был накал, были сложные моменты, было много доигровочных мячей, мяч долго не падал, был в воздухе. Поэтому, я думаю, зрителям понравился, а это самое главное. Ну и очень приятно выигрывать, конечно, трофеи и кубки. Немного другие эмоции. Чемпионат выиграть намного тяжелее, чем суперкубок, одну игру. Я думаю, по поводу игры не стоит делать каких-то грандиозных выводов, потому что начало чемпионата, все команды недавно собрались все вместе и не показывают еще ту командную игру, которую должны. Поэтому, наверное, у нас состав более сохранился, менее изменился по сравнению с прошлым сезоном. И поэтому нам было легче проводить эту встречу. Сезон только начинается, да, приятно получить красивую медаль. Но это 3 очка в турнирной таблице и положительные эмоции. Команда с потенциалом сумасшедшим, с перспективами. Но, конечно, сейчас пока результаты не те, от которых мы ждем. Мы сами от себя в первую очередь. Но я понимаю, что и болельщики, а мы руководство. Дальше будем идти. Что нам делать сейчас? Опускать руки? Это точно не наш вариант.